Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» программа о выборе спутника жизни. Сегодня у нас невеста и три жениха. Творческий книголюб Игорь, фэшн-фотограф Сергей и целеустремленный руководитель Александр. А невеста у нас Екатерина. Давайте знакомимся. Здравствуйте. Я пришла на эту программу, чтобы встретить мужчину и создать с ним крепкие, серьезные отношения в будущем для создания семьи. Со мной пришли мои подруги Лера и Алена. Екатерина, 27 лет. Не могла поверить, что ее возлюбленный алкоголик, пока он не избил ее до сотрясения мозга. Екатерина – ассистент в коммерческом банке, увлекается фотографией, занимается фитнесом и любит читать. Гордится тем, что всегда добивается поставленной цели. Мечтает встретить мужчину, с которым не страшно создать семью. Екатерина не потерпит рядом с собой толстяка и маменькиного сынка. Выйдет замуж за образованного и серьезного мужчину, которому она захочет родить троих детей. Здравствуйте, девочки! Екатерина, вы в каком городе выросли? В городе Уфа. В Уфе. Да. А свадьба вашей подруги была где? В городе Москва. То есть вы приехали на свадьбу... В Москву. В Москву. Да. И в Москве познакомились с мужчиной? Да. Какие у тебя первые впечатления? Ну, на фотографии она приятнее выглядела, честно говоря. Вы были свидетельницей со стороны невесты, а он да, со стороны... Да, я была подруга невесты, а он был лучший друг жениха. Угу. Да. А вы первый раз в Москву приехали? Да. До этого я никогда не была. Сколько вам было лет? 25. 25. И прям влюбились с первого взгляда? Да, я когда его увидела, как бы я его сразу же выделила, а потом мы с ним поближе познакомились. А что в нем было такого особенного? Почему вы его из тысячи выделили именно вот этого парня? Ну, видимо, какая-то харизма. Понятно. Ну и, естественно, когда улучили минутку, то у невесты спросили, а кто, на что и как. Я до этого слышала о нем пару слов, просто кто будет на свадьбе. Я знала, что будут друзья жениха, и я как бы знала, что есть такой человек, но никаких подробностей я не спрашивала. И свадьба это была такая, была регистрация, а потом жених с невестой улетели. Здесь я была... Они улетели, подруга да, улетела? Да, они улетели, я осталась у них как бы смотреть за котом. Пожила здесь неделю, мы общались немного. Всю эту неделю? Да, но немного. Большую часть мы постоянно переписывали в социальных сетях. Когда я улетела домой, он мне постоянно писал, он меня стал звать, и как бы я собралась и приехала в Москву. Прямо насовсем, с чемоданами, с одеждой? Ну, с вещами, да, конечно. С вещами, да. Вот вы приезжаете, он вас не встречает? Он меня не встретил, телефон был отключен, и я как бы вообще не понимала, что происходит. Я звоню со своей как бы подруге, она мне говорит, а вообще куда-то поехал, он человек ненадежный, разворачивайся. Да, но я не стала как бы разворачиваться, потому что человеку я доверилась, мы общались уже практически 2 месяца, и я решила остаться с ним хотя бы поговорить. А не сказала, какая хитренькая, ты-то вон в Москве замуж вышла, а меня что ты домой гонишь? Ну вот, как бы... Внутри такое было? Я просто не понимала, что происходит на тот момент. А откуда у вас был номер телефона его мамы? Вот вы же стали звонить матери? Я не звонила маме. Несколько дней я звонила ему, у него был телефон не подключен. Видимо, очень навязчиво. Ну, что-то как-то обманчиво внешность. Может, влюбилась, может, влюбилась. Но все равно это ее не оправдывает. Да, влюбленность есть такая. И в один прекрасный день позвонила сама его мама. Ну, видимо, она взяла у него номер. Она представилась, и мы как бы стали с ней разговаривать. Скажите, а вот когда вы несколько дней подряд звонили, у вас сердце не лопнуло? Что в голову лезло? Какие мысли? Ну, я, наверное, подумала, что что-то произошло. И вот звонит мама и звонит говорит... Звонит мама и говорит, что он в больнице, у него какие-то проблемы со здоровьем, чтобы я поняла, что он обо мне рассказывал, что он меня ждет, что как бы у него серьезные намерения. Ну, я подумала, что если мужчина взрослый рассказывает маме, значит, действительно серьезные намерения. А мама к себе не пригласила? Нет. Не спросила, мы с ней разговаривали по телефону. А где вы, детка, из Уфы приехали, мой вас не встретил, вы голодны или не холодно? Мы с ней долго разговаривали. Она не пригласила к себе? Нет. А вы не спросили номер больницы? Там, как я не спросила, она мне сказала, что вот-вот он поправится. Единственное, меня насторожило, почему он сам со мной не разговаривал. Потому не что... задали ей такой вопрос? Нет. Я что, была... под капельницей? Ну вот, видимо, да. Как бы... Вы не задали этот вопрос, нет. Хотя девочкой вы уже были большенькой. Ну да, я... 26-й год. Да. И продолжали жить у подруги. Да, ну это было неделю, через неделю как бы мы с ним встретились. Он вас привез в шикарную квартиру? Ну, где все говорило о благополучии. Все шикарное, как бы разные размеры. Хорошая была квартира, да. А чем он было занимался? Где жить. Он не работал на тот момент. А вообще кто он по специальности? Он работал в банке. Не думаю, что эта девушка меркантильная.
Потому что, скорее всего, она больше отвечает на порывы души своей. Начались праздники у вас, да? Вот вы приехали, и да, прямо любовь У нас быстро закрутилось, стали серьезные отношения. Ну, серьезные, понимаете, женщина думает серьезно, если мужчина ее пригласил на свою территорию и спит с ней. Она думает, что это серьезно. Нет, этот мужчина мне говорил, что он хочет от меня детей. Хорошо. Я видела по его поведению. И когда, да, и когда случилась вот эта беда, когда вы узнали, что он... Да, что у него проблемы, нас пригласили на день рождения за город, мы поехали туда, и человек там выпил. И, в принципе, я его увидела вообще в другом лице. Он не просто выпил, сначала он пил прилично, а потом, когда уже да, была та самая доза, да, ему было уже все равно, рядом вы или кто-то, он уже пил из бутылки, стаканами. Да, человек меня как бы оскорбил в этот вечер прилюдно. Потому что вы у него хотели стакан виски из забрать? Я пыталась с ним по-хорошему договориться, чтобы он остановился, но я видела, что человек уже без тормозов. И тогда вы решили у него забрать стакан. Да, и вот пару еще его шуток, он начинает наливать стакан, полный стакан, начинает пить, и я стукнула просто по стакану уже сама. Стакан разбился? Стакан разбился об него, получается. И он поранил язык, губу, кровь? Да, это все было кровь, я просто встала и ушла. Ушла, с утра он проснулся, я проснулась, он как бы сидел с кофе, как ни в чем не бывало. То есть он дальше продолжал пить всю ночь, и все утро он пил. Мы приехали с ним в Москву, я позвонила его родителям, потому что я понимала, что человек не остановится. Приехали его родители, и на тот момент они мне сказали, что пить ему вообще нельзя. Скажите, а собрать вещи и сказать, слава богу, что еще замуж не вышла и не беременна? Я собрала вещи, стала собираться, но его родители, как бы его семья сказали, чтобы я осталась, чтобы мы поговорили. И как бы человек со мной более-менее держался эти месяцы, которые мы жили. Ну и чтобы я как бы подумала, клялись, божили, что больше он пить не будет. Я осталась. Да, в принципе, это просто забота. Ну это правильно. Это забота о том человеке, который тебе нравится. А когда он напился до такой степени, что вас избил, через сколько? Через месяца два, когда он меня первый раз ударил. Он не просто ударил, он вас избил? Нет, была первая пощечина просто... после второго запоя. Тогда я уже решила конкретно уходить, я собрала вещи, уже была направлена, но человек опять же меня уговорил с одним условием, что он займется своим здоровьем, что будут уже какие-то меры существенные Вы принимать. Опять остались? Я опять осталась, он лечился, я ему поверила, мы прожили какое-то время, и вот уже у нас произошло, что было дальше. Ну, единственное, что я не понимаю, почему она столько времени проводила с ним и зачем, вообще для чего это? Да, это загадка. И в третий раз, когда при вас был запой, он уже вас избил до полусмерти? Не было запоя, нет. Мы проснулись рано утром в понедельник, я стала собираться на работу, выхожу из ванны и вижу, что у человека просто агрессия. Он повалил меня на кровать, стал меня бить, стал говорить, что я ему изменяю, что как бы, всячески оскорблять. Это уже было без алкоголя? Он был не под алкоголем. Просто я не знаю, что на человека нашел. А он бил вас головой об кафель? Когда он меня уже тащил, получается, к двери, начал меня бить головой, я схватила ботинок, как-то его пыталась. Ой, мамочки, что за подробности? Я не ожидал такого. Как можно такую девушку избивать? Я вырвалась и выбежала, получается, на территорию. Попросила помощи у охраны, но милицию никто не вызвал. В итоге, как бы, он пошел за мной. В этот момент я зашла в квартиру, закрылась и позвонила в полицию. Ну, это уже было последнее, да? Да, это было последнее. И вы вернулись куда? Я написала заявление, я поехала в больницу, чтобы снять все показания, вернулась к нему за вещами, я что смогла на себя одела, вышла в подъезд, и у меня не оказалось ни денег, как потом выяснилось, у меня не оказалось ни подруг, ничего, я осталась одна в подъезде. Вот я стала листать свою телефонную книгу и звонила просто всем подряд. Кто бы мне мог помочь? Я звонила, он говорил, у меня такая-то ситуация, привет. А когда подруги свои позвонили, что она вам ответила? Она мне ответила, что ты знала, с кем ты живешь, и у меня свои проблемы, я не могу тебе всегда помогать. Она права? Вот это был наш последний разговор. Она права, Москва слезам действительно не верит. Она как подруга вас постаралась отградить от этой ситуации. Ну, когда мы она любим, мы, наверное, надеемся, вы что вы не любили, нет, детка. Слушай, ну, мне кажется, она просто на нем замкнулась и все. И даже сама не знает, почему. Вы приехали в Москву первый раз, обалдели. Богато, красиво, много всего. Подруга вышла замуж, уехала в свадебное путешествие. Когда вы смогли его полюбить? Мне кажется, чувства появляются, когда ты видишь, ты проводишь время. Нет, в 16 лет, может быть, в 25 лет все бросить, совершенно осознанно приехали в Москву. Но ведь я могла уйти и после первой пьянки.
Так не ушли? Куда это вы бы ушли? Из хорошей квартиры, охрана. У вас здесь работа, у вас совершенно другой сос. Ну, у меня в была работа на тот момент, и я могла себе снять хотя бы комнату, квартиру, еще что-то. Вы же не ушли? Ну, что-то же меня остановило. Не, ну а что может держать женщину с мужчиной, который, очевидно, когда-нибудь поднимет руку? Но я столкнулась никак не любовь. Катюш, а если бы он был водителем такси? Я бы все равно с ним осталась. Не, ну так-то девушка симпатичная, у нее все возможности, чтобы найти интересного молодого человека, а не взрослее себя алкоголика. Ну да. А правда, что вам не важна внешность мужчины? Ну, вы знаете, я не могу какой-то образ составить, чтобы он был, допустим, блондином, либо брюнетом, высоким, худым. Нет, а можете, ну, как бы, все-таки как-то приоритетность, будет ли он при деньгах или нет, или вот водитель обычный? Ну, хотя бы, чтобы он был, как бы, сопоставим мне в доходе. А у вас доход какой? У вас вообще приданное какое? А приданное, вы имеете в виду недвижимость, квартира, машина? Ну, и это что? В том числе. У меня есть квартира в Уфе, в Москве у меня недвижимости нету. Ну, и доход-то у вас какой? На что хватает? Да. Хватает, чтобы прожить месяц в Москве и оплачивать себе жилье. Значит, денег нет. Ну, и у него тоже, наверное. У кого у него? Ну, у будущего мужа-то. Нет, ну, что значит денег нет? Если человек перспективный, то деньги все равно. А что такое перспективное? У него родители, ну, понимаете, обеспеченные. Если... Нет, если человеку, допустим, 26 лет, то, конечно же, он не будет, я думаю, миллионы зарабатывать. Но, возможно, у него есть какая-то цель, которой он к ней идет. Тогда главное требование ваше, главное требование. Чтобы мне, наверное, с человеком была гармония, чтобы мне было с ним комфортно. Это в первую очередь. А если он студент? Хороший, классный парень, живет в общежитии. Вот сейчас придет, влюбился в вас. Ну... Жить на вашей территории. Не общежитие. Нет, я же сказала, пригласит. Чтобы мужчина был сопоставим мне, чтобы уже с каким-то доходом. Если это студент, который работает и зарабатывает, то ради бога. Девчонки, желаем кого? Давайте, подружки, рассказывайте всю тайну. Мы ждем подробностей. Сильного, смелого, такого, чтобы был в достатке содержать девушку, как бы, чтобы не на своих плечах тащил. Но, естественно, и не студент, потому что ей тоже не 18 лет. Но можно все-таки быть и молодым, и в каком-то статусе, и все-таки зарабатывать достаточно. Ну, а у вас два варианта. Значит, если, ну, как бы относительно молодой, постарше вас на, ну, условно, на 7 лет, вот в этом диапазоне, то, конечно, вам ровня, тоже иногородний, ну, может быть, все-таки может снимать квартиру, но похоже на вас. Либо возрастной, обычный, ну, который за красоту вас будет любить, в общем-то, за хозяйственность, потому что вы, ну, выжили здесь, все-таки остались. Послушайте, сегодня мужчины хотят партнера. Мужчины тоже не хотят корячиться, тянуть жилы. Им тоже нужна со стороны женщины помощь. Ему тоже нужна надежная женщина, надежная, чтобы много работала, чтобы мало требовала, чтобы не капризничала. Екатерина способна поддержать своего мужчину? Конечно, конечно. Не капризничать, не вынимать у него душу с поездками за границей и так далее? Ну, я думаю, нет. За ней этого не будет наблюдаться. Нет. Хорошо, верю. Что бы мы сейчас ни говорили, самым важным остается то, что у вас в гороскопе управляет темой личной жизни Нептун. Управляет многократно, то есть самая влиятельная планета. А это значит, что вы очень долго будете путаться в собственных иллюзиях, ничего не понимать, обманываться в мужчине. Единственное лекарство – это себе четко составить портрет. Кому-то, я наоборот говорю, что не нужно в деталях фантазировать о мужчине, но у вас все расплывается. Вот я вам советую сегодня каждому жениху подходить с вполне конкретной, четкой меркой и задавать вопросы очень конкретные. Не вообще, где вы отдыхаете, а сколько вы, например, обычно тратите на отпуск. Сколько дней вы можете себе позволить в году отдыхать. Какое количество друзей у вас есть. То есть постарайтесь, чтобы вопросы сегодня были именно такими. Хорошо. Любовь в системе ценностей под каким номером? Под, наверное, вторым. А первый номер? Комфорт. Девочка никогда не любила, потому что любовь у нее на втором месте. Если бы вы, ваша история закончилась бы в Уфе, то есть вы бы собрали вещи и улетели бы в Уфу, у меня было совершенно другое отношение. Вы остались в Москве, потому что вы приезжали в Москву. А к нему было удобно, потому что вы сразу поняли, что у него есть квартира, что у него есть деньги. Я не знала об этом, когда я ехала в Москву. Я даже этого вообще, не знали. Ехала, ну, да. Послушайте, тогда это вообще третий вариант отношений. Я не знала, что у него есть там квартира. Не квартира. А где вы собирались жить? Не, ну человек мне сказал, что ты приедешь, и первое время ты поживешь у меня. Как бы ну, вот. Значит, вы в квартиру ехали? Не, ну, конечно, но я не знала, что она у него собственностью.
Все живут в квартирах в Москве, никто на вокзале не живет же. И на вокзале живут. Поэтому, Катенька, поэтому, дорогая, вот послушайте меня. Зачем пришли? Не обманывайте ни себя, ни нас. Этим вызовите уважение. Вот такого мужчину давайте искать. Тот, с которым вам будет комфортнее, чем сейчас одной в съемной квартире. После рекламы женихи проявят свои лучшие качества. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Екатерина. Встречайте первого жениха. Восхищен вами. Меня зовут Игорь. Я более чем уверен, с вашей красотой у нас появятся потрясающе красивые дети. Спасибо. Мне кажется, ему лет 40 с небольшим. Тебе не кажется, что он рано надеется слишком? Ну, знаешь, или наоборот, наоборот поздно. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто эти мальчики? Это мои друзья. Это Дима, это Павел. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Игорь, 34 года. Соучредитель агентства по организации праздников. Много времени посвящает работе в детских лагерях. Гордится тем, что две воспитанницы называют его папой. Мечтает о большой семье. После 3 лет брака жена честно призналась Игорю, что разлюбила его. Собрала вещи и ушла. Надеется, что Екатерина всегда будет рядом. Что, вот прям так собрала вещи и ушла? Ну, никаких да. предпосылок, никаких объяснений. Нет, ну предпосылки. Сердце не подсказывало. Предпосылки были. Какие? Просто ну, чувствовалось какое-то наступление охлаждения. Но а сколько связывал... вы лет до того момента, что пошли и расписались, были знакомы? Ну, мы 1.5 года встречались. И жили сколько вместе? И 3 года в браке. Детей не родили? Нет. Угу. Просто в данном случае сыграло то, что у меня бывшая жена устроилась на работу. И я просто связывал охлаждение отношений с тем, что ну, достаточно серьезно напрягаться. Новая работа, новые впечатления, эмоции. Наоборот. Ну, она уставала. И что, и устаешь, и прибегаешь домой, и делишься впечатлениями, знаешь, что тебя поймут дома, как-то тебя поддержат. Старался, поддерживал. А до этого она не работала? Нет, работала. Просто тут она пошла резко на повышение и стала больше зарабатывать, чем вы? Да я бы не сказал, что больше зарабатывать. Просто пошла на повышение. Просто, видимо, что-то остановилось. Нет, как Игорь, она объяснила? Вас обвиняла в том, что ей хватает эмоций и страстей. Мне да. это странно, потому что если вы развлекаете детей, многие детки даже вас зовут папой, у вас должна энергия бить через край. Пионервожат. Так тогда, а что, а на жену не хватало? Ну, понимаете, когда работаешь с детьми, да, ты все равно работаешь какой-то определенный период. На этот период у тебя энергия есть. Ты приходишь, и откуда-то еще надо взять. Соответственно, ты берешь это или из семьи. В семье я просто достаточно спокойный, уравновешенный, меня трудно из себя вывести. А в семью надо нести тоже. Потому тоже что надо, на работе да. все убиваемся, а точно так же надо бы убиваться для близких людей. Зато конечно. Я приходил домой, когда, то есть я всегда готов был выслушать, всегда готов был поддержать ее. Человек праздник, и не хватает эмоций и страсти. Что это? Кто у него праздники тогда заказывает? Сколько лет назад вы развелись? Год. Год назад? А она нашла какие-то слова, прежде чем уйти? Да, она сказала, что потеряла, разбились розовые очки, считает, что я для ее жизни бесперспективен, ну и просто разлюбила. Может быть, это потому, что она была намного младше вас, лет на 10, да? Нет, там поменьше, 6 лет. На 6 лет? Ну, то есть вы были взрослые люди? Да. Все движения были осознаны, скажем так. Не жалеете? Ну, все равно определенная тоска, конечно, существует. Слушайте, но он в глаза вообще не смотрит. Ему задают вопросы, и он даже не может ответить. Он скромняк, такой стесняется. Вы где сейчас живете? Сейчас я живу в Костроме. В Костроме? А если у вас все сложится, вы влюбитесь, поедете за любимым в Кострому из Москвы? Возможно, да. Игорь, а вам нравятся женщины с сексуальным голосом?
А да. Вот мой голос. Вот мой голос сексуальный. Рост. Очень. Думаю, нет, если честно. Нет? Думаю, нет. А что так? Нет, вот, но вот от твоего голоса от страха может вздыбиться все. Не только мурашки. А это как вот сексуальный-то? Ну, не знаю, что бывает, разговариваешь с человеком, там, с девушкой в данном конкретном случае, и понимаешь, что тебе просто нравится ее голос. А это вот так, наверное? Вау! Не, ну, не, давайте не будем путать сексуальный, Игорь, красивый голос, который тебе нравится, и манерный голос. Это разные вещи. Игорь, это скажите, а для вас притягательна девушка заводная, веселушка, хохотушка, или спокойная, сдержанная, закрытая, тихая, внимательная? Я, наверное, больше предпочел бы сдержанную. Мне кажется, у нее образ такой детской воспитательницы. Да, она да, просто, ей надо работать с детьми, заниматься дома. Но она не женщина, которая пойдет по мне на декарьеры. Асексуально. Вам сейчас 34 года. Да? Своих детей нет. Сколько будете еще развлекать чужих детей? Сколько еще будете работать аниматором? Понимаете, работа аниматором, работа пионер-вожатым – это, ну, работа для души. Да, это призвание, конечно. То есть это же не означает, что я занимаюсь только этим. Как бы, да, а чем я... А зарабатываете? Ну, где-то я сам выступаю, где-то выступают сотрудники. То есть это тоже надо контролировать, собирать заявки. Вам нравится Екатерина? Очень. Просто безумно. Какое у вас образование? Высшая педагогическая, среднеспециальная, торговая. Че-че, среднеспециальная? Торговая. Ой, как хорошо, у меня раньше товаровед. Это ж какая профессия-то была. Что в магазинчиках, да палаточку бы, знаете как? Всегда, в общем-то, и при деньгах, и при продуктах. А душа, когда горит, когда хочется творчества, как они говорят. Вот нравится. Да, конечно. Ну, они, по-моему, идеальная пара, нет? Да, мне подходят, кажется, друг к другу. Оба спокойные. Целеустремленные. Он прям как чувствовал, у нас все получится, он прям смотрит. Мое. Покажите сюрприз. Да, конечно. Это сейчас выступят мои воспитанники. Что вы говорите, как интересно. Проходите. У него хороший вкус. Ты ночи безбрежной и метели снежной засыпает город твой. Где-то в сказочной дали уплывают корабли. Там, где море счастья, где сердца на части, на другом конце земли. Детки нормально, да, поют? Молодцы. Помогают парню устроить личную жизнь. Да, на них основная ставка сделана была. Между нами города, скоростные поезда, параллельные миры, и остывшие костры, и разлуки холода. Море и прибой, шепот звезд и миг с тобой. Но сгорело лето и исчезло где-то лето, ставшее судьбой. Между нами города, часовые пояса, телефонные звонки и короткие гудки, чужие голоса. Между нами города, скоростные поезда, параллельные миры и остывшие костры, разлуки холода.
Спасибо, Игорь. Забирайте своих сватов и проходите в свою комнату. Ну, а вообще, как Игорь? Хороший такой, творческий, да? Скромный. Казался скромным, спокойным. Ну-ка, стромчальным. Домашним. С Волги. Я так думаю, конечно, конфликты были с женой, потому что она ожидала одного, а он весь сгорел. Ему интересно там, с детьми. Он даже так немножечко потанцевал и все наблюдал, чтобы они в такт попадали, да. Все прямо вот. Прирожденный, поэтому он пошел в педагогический институт, а не в торговый, понимаете, не в финансово-экономическую академию. Ну, я думаю, если бы он еще жену к этому делу как-то ближе преподнес, может быть, у них. Я думаю, там была обоюдная, понимаете? Ну, возможно. Я возможно. Думаю, ей было неинтересно с ним, а ему с ней не очень сожалеет. Вот такой ошибочный брак, не его человек. Ты всю энергию на деток расходовал. Девушке другая энергия нужна. Я постараюсь чуть-чуть меньше тратить на детей, чтобы больше домой приносить. Так это разная энергия. Ну да. Екатерина, а вы могли влюбиться в такого, как Игорь? Я думаю, мне нужно его получше узнать, пообщаться, чтобы сделать да какие-то... Да ладно, вот... с первого взгляда с первого ты уже взгляда видишь. Нет, с первого взгляда почему? Нет. Чего не хватило? Не зацепило, не знаю. Она приехала в Москву. Она приехала оставаться здесь. Да. Она сейчас хорошо живет, а здесь хорошо и мне вот интересно, если бы ты был московский, как бы она отреагировала? Наверняка по-другому как бы. Роза, а тебе как же нет? Ну, Игорь мне нравится, хороший. Кстати, я как раз вот про такого, второй вариант, вот про такой говорила. Хороший мужчина, который занимается своим делом. Роза, очень... на меня посмотри. Все. У нее таких, как Игорь, так пол я... Уфы. Ну, о чем я и зачем говорю? Зачем же нужно было из Уфы приезжать? За Игорьком. Вот. Там... Тогда пускай не сидит и не строит у нас тут эта девочка-припевочка, что мне деньги не важно, полюблю, как говорится, любого, лишь бы потенциал был, да, на что благороднее можно как с детьми заниматься и будет заниматься, но денег особо не заработает, никогда их не заработает. Правильно, согласна, не для этого приезжал в Москву. Вася? Да прекрасный мужчина, но да? Пал жертвой того, что женился на слишком молодой женщине. Но нельзя жениться на 20-летних или 21-летних, по крайней мере, не на всех, скажем так. Потому что через несколько лет люди действительно начинают вырастать друг из друга. Поэтому многие союзы, где очень юная партнерша, обречены на провал, точно так же, как и с мужчиной. И ничего тут нет удивительного. Конечно, ей кажется, она замуж выйдет, там праздник. Да. Мамка не будет, говорит, шапку надень, не сутулься, вовремя спать ложись. Понимаешь? Игорь, в обычной жизни мужчина... скучноватый, буду откровенна. Он способен детально и дотошно разбираться во всех мелочах любимого дела. Он явно поможет жене по хозяйству и сделает все, что нужно. Но я боюсь, что в быту он не будет столь зажигательным, как хотелось бы многим женщинам. Но также найдется большое количество особ, которые будут рады такому спокойному, тихому мужу. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Набирайте 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Екатерина. Встречайте второго жениха. Привет, меня зовут Сергей. Надеюсь, именно та музыка, которая принесет в мою жизнь порядок. Привет. Ой, спасибо, спасибо, не надо провожать. Катюша, ну что ж вы к вам, Сережа, с поцелуем потянулся. А вы-то? Рановато. Рановато? С кем вы, Сергей? Я со своими подружками замечательными, Алина и Явками и лягушками. Элина. Но это наедине. Давайте на вас посмотрим, чтобы узнать вас получше. Сергей, 23 года. Фэшн-фотограф. Закончил военно-морскую академию. Ходит в тренажерный зал, подрабатывает моделью и снимается в клипах. Мечтает о детях-близнецах. Возлюбленная коротала Сергеем время, но по-настоящему была влюблена в моряка дальнего плавания. Надеется, что Екатерина его не обманет. Ну, вы не моряк, а морячок в прошлом. Можно так сказать. Да? Да. А как вы знакомились со своей девушкой? Это была совершенно очень такая неординарная, очень интересная история. И даже до сих пор я вспоминаю и даже улыбаюсь. Из чего бы? Вам было 16 лет. Да, да, да. А ей 23.
Ну да, это было вообще не помеха. Это было на море, неожиданно. Черт, меня смущает, у меня зажглись глаза. Я плавал себе. А уже был вы таким красавчиком накачанным? Не знаю. Нет, ну как не знаю? Есть 16-летние мальчики, такие глаз не оторвать, а есть такие глистики 16-летние, плавающие. Ну... Вот вы были каким, глистиком или вполне себе уже ничего? Нет, я был всегда сбитый и всегда какой-то... Старше своих лет выглядел? Да, говорили старше. Слушай, ну смазливый и робкий, это видно сразу же. Да вообще хорошо. Завязка для французского романа. А кто к кому больше клеился, она к вам или вы к ней? В общем, было дело так. Я плавал на матрасе, у меня был большой матрас, но оказалось, что всего моря было мало. Я задел девушку, в итоге мы оказались на одном матрасе, и смысл был в том, что мы там просто как лягушки просидели. До вечера я не сгорел, потому что у меня достаточно смуглая кожа, а она сгорела и облазила, и потом еще меня неделю вспоминала, и мы общались, потому что она обгорела. Солнце мое, а когда выяснилось, что она морячка? Что ее парень в дальнем плавании? Это выяснилось спустя год, когда мы... Да, да. Вы весь год женихались с ней? Или она как-то пропадала эпизодически, когда приходил на сушу ее парень? Это было совершенно незаметно, потому что были свободные отношения, как я сейчас это как бы понимаю. Свободные — это значит, где встретитесь, там и любовь. Дружеский. Слушай, ну такой типаж, мне кажется, вообще несерьезный, да, вот для жениха, для серьезного мужчины. Согласен. Она вам говорила, слушай, Серега, ты знаешь, мой приходит. Ты потерпи пару недель, он потом этого опять... Этого не было поначалу, совершенно. А по концу было? Да. Но это было, опять же, по поступкам, мы об этом не говорили. То есть она что-то натворит там или увидится с ним, или как-то там пропадет на неделю, приходит домой, начинает там что-то убирать, что-то мыть. Ну, мы же... У вас уже было совместное проживание? Да, у меня просто есть квартира и как бы в моем городе. Может, ей жить было? Сереж, нет. А тот ее постоянный моряк знал о вашем существовании? Что у нее есть такой друг, с которым она да, общается? Да, он знал, но он как бы не делал никакие попытки, чтобы выйти на меня. Совершенно удивительно. И сколько вы с ней так прообщались? Мы 5 лет. 5 лет. 21. Вот. В результате она осталась своим? Нет, она осталась в свободном плавании. Сейчас я знаю, что мы с ней как бы общаемся, но на расстоянии, потому что все-таки как-то суета там у нее. Так, наверное, и плавает бедный, ищет, кто там ее на матрасик заберет в летом. Расстались без сожаления? Да, потому что у нас не было таких слов. Я тебя люблю, потому что лично. За любви-то не было? Была влюбленность. А с ним чего угодно может быть, он еще сам не знает, что ему надо. Сейчас где живете, Сереж? Сейчас я живу в Москве, снимаю квартиру. А приехала откуда? Из Новороссийска. Угу. Вот смотрите, а Катя приехала из Уфы. Вы не ровесники, Катя тоже старше вас. Уже теперь не смущает, нет? Вы знаете, он сейчас не смущает, потому что немножечко есть такое в голове, что-то недоделанное было за эти 5 лет, и что-то хочется все-таки вернуться в то время и все-таки вот что-то доделать до конца. А что недоделали-то? Ну вот признаться, сказать, я тебя люблю, там, как-то все-таки, чтобы отношения были. Ты приходишь там в 11 домой, там, то есть строгость вот эта вот была, распорядок, а не хаотичность. А хочется жениться-то? Вы знаете, хочется, но единственное, что я себе даю... Примерно вот через 1,5 года, через 2. Слушай, семейные отношения, это не означает, что ты строго приходишь в 11. Это все еще зависит от твоей работы. Скажите, а вот Элина и Алина, вы с какой стороны подруги? Они фотомодели, да? Да. Фотографии. Скажите. Ну, мы с Сережей познакомились в Москве, вот. Ну, мы сами тоже не с Москвы. То есть мы тоже шифы. Да. Да. Земляки, да. Он решил этим как бы приблизить себя. Взял себе подругу из Уфы. А вы, Сережа, это, знаете, фотограф, ну, вы неизвестный, сами вот утверждаете. Ему 23 года всего. Так я понимаю, значит, не особо денег зарабатываете. И спите еще много. А когда же вы зарабатываете? Есть такое. Нет, я достаточно хорошо зарабатываю. У меня очень много частных съемок, очень много... нового в этом году будет очень много открытий. И чего отложили? Вот, не отложил, а я просто приходил к этому очень стратегически. Я держал на расстоянии а-ля там врагов, конкурентов, и как-то внедрялся, узнавал, где, что, как они там ловят, и просто вникал, впитывал как губка, и сейчас готов взорвать.
Ага. Да. Вы просто как паук, стратег, выжидали. Ну да. То есть планируете квартирку здесь купить? Конечно, однозначно. Мне кажется, он не фотограф. Он больше с другой стороны объектива, судя по портфолио. А сюрприз покажете? Да, конечно. Сейчас я для тебя сделаю сюрприз. Вот, присаживайся. Не волнуйся. О, фотосессия от великого мастера. Саша. Паша. Немножко развернись. А теперь пройдем, я тебе покажу, что получилось. Ну что, ты готова? Давай вместе. Давай вместе сдернем. Паша. Обалдеть! Ну что, тебе понравилось? Да, очень. Тебе понравилось. Валерию не узнать, конечно. Спасибо. Волшебник, волшебник. Девчонки, вам повезло с другом. В комнату проходите. Очень много, на самом деле, вопросов мы спросили, и это очень обидно. Ну что, как? Слушайте, ну вы знаете, что-то как-то меня вот просто Гузеева... Она тебя задавила. Да, просто. Да, я хотел больше разговаривать Катю, и что-то мне не получилось. Ну, я тебе скажу, с Катей вообще не поговорила. Да. Лира, Алена, волшебник Сергей, правда? Да, правда, волшебник. Прям не ожидали от него 23 года. Да. Красавчик. Красавчик, красавчик. Как у него год за 10, учительница была такая у него. Ну да, опытная. Слушайте, лето, юг, жара, они же там быстро поспевают, бройлеры. А вы что скажете? Фотограф, хороший парень, красивый, поджарый, все здорово, но друг. Я считаю, что только друг. Позавидовала. Я? Ни в коем случае. Как вам? Молодой. Молодой, и я думаю, ему еще рано создавать серьезные отношения. Роза? Как не для того вы приехали в Москву, чтобы за Игорька вот нашего замуж выйти, так и не для этого Серега сюда приехал, чтобы выходить за иногороднюю без потенциала. Так что вы... Чё? Думаешь? Так не думаю, знаю. Он планы-то какие. Жестокая всего... это Роза. А ой. Я считаю, что Екатерина и Сергей могут вдвоем начинать жизнь в Москве с нуля, помогать друг другу, и у вас все может получиться. Разница незначительная. 4 года вообще ни о чем. Екатерина, вы сидите, даже бровью не ведете. Вот я за вами наблюдаю, настоящий представитель земной стихии. Выдерживаете и удары, какие-то любые замечания. Но можно только догадываться о том, какие у вас внутренние реакции. Я хочу сказать, что он прекрасно совмещается с женщиной именно земного типа. То есть вы ему, в общем, подошли бы. Я думаю, что он оценил и внешность вашу прекрасную. Но, на взгляд со стороны, он всегда бывает более верным. Вы в разных весовых категориях, не в смысле веса, возрастных. Психологически это разные весовые категории. Есть ощущение, несмотря на его богатый как бы опыт, что этот опыт только сексуальный. Иного опыта нет еще. Ну, потому как он строит речь, потому как он года. Рассказывает о себе, конечно. Но и поэтому девушка в 27 лет не должна, наверное, зариться на этот вариант мужчины. Я предлагаю Екатерине встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Екатерина, меня зовут Александр, на фотографиях вы совершенно другая, и я хотел познакомиться с вами поближе. Вот это вам. Спасибо. Гениально, на фотографиях да, совершенно да. другая, поэтому я хочу с тобой познакомиться поближе. Это непонятно, поближе. Совершенно как комплимент. Это думай, комплимент или антикомплимент. Здравствуйте, Александр, кто вас пришел поддержать? Друг Андрей. Очень приятно, давайте на вас посмотрим.
Александр, 28 лет. Руководитель проекта в строительной компании. Занимается фитнесом, никогда не мечтает оставить цели и всегда поступает так, как считает нужным. Стоило Александру жениться на своей возлюбленной, как он понял, что семьи у них не получится. Надеется, что Екатерина поможет ему вновь поверить в то, что семейное счастье существует. Сколько вы встречались со своей будущей женой? 7 лет. Со скольки? 20 лет. С 20 лет, да. Ужас. Ну да, бывает и так. Саня, а что, не женился-то через годик, другой, третий? Ну, я не хотел жениться. Это надо же, проверяли. Не хотел жениться? Ну, нет, изначально я не хотел на протяжении 7 лет, да, потом я захотел, женился и совместно развелись потом. И понял, что вы не любите? Да, да. Мне кажется, он ей тоже не подходит, потому что он какой-то несерьезный. Абсолютно. Висит, ну, неряшливый, да. Видно. Нет, дело даже не в том, что неряшливый. Такое ощущение, что ему ничего в жизни не нужно. Вы москвич? Нет. А вы откуда? Я из Самары. Ну, я в Москве живу. А она? Тоже из Самары. Мы в университете познакомились. Все, университетские, институтские дела. Да. Понятно. Любовь. Мне хотелось бы посмотреть на ту девушку, которая вышла за него замуж и проживает через 7 лет. Вот что изменилось после того, как поставили штамп и стали вместе жить? Ну, вот именно то, что, я думаю, и я, и она хотела, чтобы произошли изменения, но они не произошли. То есть, по крайней мере, я не изменился от этого. Мне кажется, конечно. Вы жили разными жизнями все время. И 7 лет до, и год после. У нее своя жизнь, у тебя свои интересы, своя жизнь. Ей, в общем, нужен просто реально человек, который хорошо зарабатывает. Поэтому и взрослость оттуда. Мне кажется, он сам не знает вообще, чего он хочет. Ну, он какой-то вообще, ну, Шалтай-болотый, ни туда, ни сюда. Просто ни рыбы, ни мясо. Мне просто интересно, кого она выберет. Никого, мне кажется. Андрей, вы были свидетелями? Да, мы довольно давно дружим, и я с первого дня их знакомства всю эту картину наблюдал. И... А что, прям совсем-совсем их интересы не совпадали? Нет, им было интересно вместе. Они там, когда расставались много раз, потом опять сходились на почве... Ну, общая компания, друг наверное. Да, общие... Ну, даже не общая компания, а скорее их какое-то притяжение взаимное. Нет, но... смотрите, общие друзья за 7 лет, наверное, да? Друзья, ну, есть, но все-таки, когда они расходились, мы общались в разных компаниях. А надоели друг другу? Вот скажите честно. Есть ощущение, что за 7 лет уже неинтересно. Да, уже вот когда было, говорят и мужчины, и женщины, что брак не цементирует, зачем этот официальный брак? Вот могу сказать, что цементирует. Да, люди неизбежно через какое-то время охладевают друг другу, что-то приедается, что-то становится неинтересным. Но когда стоит тот самый штамп пресловутый, держит. Это держит, да? Это действительно дети, держит. Я не знаю, но это правда держит. Да, я согласен. А когда штампа нет, ты думаешь, как-то не пойду-ка я сегодня. Да. Можно я у тебя переночую, Вась? И все, понимаешь? А потом ты мне только не зови к телефону, ладно? Ничего не сделаешь. И тут как бы, ну, слава богу, детей нет. Вам сегодня 28 лет. Считайте, что у вас был такой вот опыт любовный первый. Хорошо, что вы были постоянны. Ну, вот немножко паспорт запачкали. Давайте лучше так. Сидит вот Екатерина перед вами. Пообщайтесь. Мне интересно, чем ты занимаешься. И хобби, может, я не знаю, путешествия, да, там у тебя фотографии. Да, интересные. У меня фотографии, я люблю путешествовать, также я занимаюсь спортом. Ну да. Спортом каким? Фитнесом. Фитнес не спорт. То есть вы ходите, ну, у вас есть фитнес, время, да? Ну, как да, это как заряд. Работы, поддерживать спорт. Но в то же время это времяпрепровождение. Да, да. Часто путешествуешь? Стараюсь, да. В свободное время. А куда ездите? Да. В Европу, на выходные. Ну вот самая интересная поездка недавняя. Стамбул. Он что-то как-то нескладно говорит, еще так же, как и она. И вот он как-то тоже в красном, она в красном. Что-то прям такое интересное. Щеки красные обои. Да-да. Василиса им в тон. Если они сейчас оба заскучают, они просто идеальная пара. Скажите, а сколько вам сейчас понадобится времени для того, чтобы сделать предложение? Вот для того, чтобы понять, что это ваша женщина? Или опять так же досконально изучите лет за 10? Нет, это вообще как бы... Люди меняются, как бы, да, с возрастом. Угу. Вот. Я думаю, такой ситуации не будет. Ну, во-первых, мне надо понимать просто, что человек, да, я должен чувствовать, что я готов, что это будет там. А не будете сравнивать со своей бывшей? Не, вообще не склонен сравнивать людей. Сереж, сколько тебе нужно времени, чтобы понять, твоя это женщина или нет? Ну, мне кажется. Напугай нас цифрами, да. Да, да, да. Если прям цифрами прям рубить, то не знаю, месяца 3. А, ну это еще не так плохо.
То есть через 3 месяца ты готов жениться? Нет. Ай-яй-яй. Ой, покажите сюрприз. Окей, давай. То есть я узнал, что ты занимаешься фотографией, да, тебе это интересно, и решил подарить себе альбом известного британского фотографа с знаменитыми людьми. Вот, думаю, он тебе понравится. Давайте погадаем на этой книге. Откройте, пожалуйста, кого из знаменитостей. Давайте мы откроем. Давайте. Какая страница, Лариса? Давай я. С кем бы я захотела провести 2 недели отпуска? Угу. На острове. Какой же страшный. Вылитый Игорь. А что? Ты сейчас с ума, что ли, сошла? А за кого я замуж вышла? Давай, дай мне. Ты за кого-то бы вышла? За, да, да. Любую открывай. Ой, вот я бы с ней лучше провела. Мне выпал Джордж Клуни. С третьего раза. Я за него бы замуж вышла бы. Господи, он ни на ком не может жениться уже много лет. Он же не больной. Не больной, но не может жениться. На. Слушайте, шикарный подарок, шикарный. Александр, спасибо, барский просто презент. Проходите в свою комнату, скоро узнаете, кого Катя выбрала. Слушай, ну, по-моему, прошло все хорошо. Ну да, нормально, спокойно. Тебе понравилось? Ну, она милая, ее можно побольше узнать, как-то я скептически отнесся к ней. Так. Может быть, еще раз пообщаться? Можно, да, в такой неформальной обстановке. Девчонки, как вам Александр? Ну, вот Александр, наверное, самый такой интересный парень. А вы что скажете? Претент. Во-первых, это мой земляк соседних городов. Вот. Во-вторых, мне нравится то, что он узнал интересы Катины. И все-таки я считаю, да, что это самый подходящий Спасибо. Вариант. Я так понял, подружки тебя оценили. Я же тебя всем привет. Учитываешь. Роза. Не, мне Саша понравилось, мне строители нравятся. Но вот, Катюшенька, вот я всегда напоминаю своим невестам, у вас не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. А мужчина не любит, когда вы никак не реагируете совершенно. Я вот тоже, и Лариса заметила, что вы даже, он вам подарил, вы даже в руки подарок не взяли. Вон мы как набросились, так интересно нам было. Может, я нервничаю? Нервничаете? Да. Не, ну а как, ну нет, у вас же не будет это нервничать. Хороший парень, Александр, хороший. И история его это, жениться на своей университетской любови, а как по-другому. Как-то все честно говорит, расслабленный. Очень понравился парень, очень. Ну, я позволю себе с вами не согласиться. Мне как раз кажется, что это такая была версия шпиона. История действительно красивая, она логична, она не вызывает вопросов фактически. Я не говорю, что она специально заготовлена, вполне так могло быть. Но совершенно за кадром, к сожалению, остались его и реальные качества, что за эти 7 лет происходило. Поэтому история внешне выглядит понятной, но как настоящий водный мужчина все концы в воду спрятал и ничего толком не рассказал. Поэтому если захотите разгадывать, разгадывайте. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет невеста? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Елена, кого рекомендуете? Я советую Александра. Александра. Ну, и по возрасту, и потому, как ваши все-таки глаза заблестели, конечно же, Александр. Но Сергей тоже очень неплох, очень. И совершенно меня не пугает разница в возрасте. Ой, спасибо большое, поддержали меня. Ну, конечно, очевидно, в общем-то, что выбор пойдет на Александра. Но вот я как мать... Я уж не знаю там, ну, у меня сын рак просто-напросто. Вот как мам скажу, ну, не такую бы я невестку для своего сына видела. Вот как для рака. Потому что 2 шага вперед, 1 шаг назад, домосед, а вы прям какая-то такая закрытая уж, не хочу обидеть. Вы вообще веселитесь когда-нибудь? Конечно, да. А что он или как будто мы вас на Голгоф прямо... Привели. Стесняется. Стесняюсь, да. Первый раз на телевидении, в студии. Это вы каждый Стесняется. День. Стесняется. Ну ладно. Тебе понравилась девушка? Ну, она симпатичная, обаятельная, но я ее настолько не узнал, насколько хотелось бы, поэтому я бы встретился бы с ней еще раз и... Попытал бы счастье. Ну, попробовал, по крайней мере, чтобы она хотя бы изменила какое-то свое отношение к жизни. Стала более веселой, что ли, активной. Астрологически и типологически я советую выбрать Александра.
В общем, слушайте себя, и ваше сердце вас приведет именно в ту комнату, куда нужно. Мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Артур, 30 лет, номер 3050. Менеджер в строительной компании. Любит экстрим, увлекается мотоспортом, ходит в походы и катается на лыжах. Познакомится с женственной миниатюрной брюнеткой. Ольга, 26 лет, номер 3051. Менеджер по маркетингу, занимается танцами, рисует и любит кино. Ищет высокого спортивного мужчину, который разделит ее страсть к путешествиям. Мы не знаем, выйдет Екатерина одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Безумно. Я надеюсь, что мы с тобой встретимся, пообщаемся, да? Пообщаемся поближе. Я хочу, да, реально, что вот тебе говорят ведущие, чтобы мы веселились, и ты, чтобы была всегда веселой, потому что такое ощущение, что ты в унынии в каком-то пребываешь какой-то период времени. Вот, поэтому охота, чтобы ты немножко была более жизнерадостной. Вот, надеюсь, у меня получится это. У нас есть пара Екатерины и Александр. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Безеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай, поженимся. И пусть все перемены будут к лучшему. У нас тоже грядут перемены. Девчонки, пойдемте.